Вот эти все места, эти предварительно все обезжиривается. Обезжиривается, показывают таким макаром. Закрывай дверь. Или хотя зачем? Вот. Вытирай салфетку. Это специально салфетка для этого. Это салфетка. Закрывай дверь. Поехали дальше. Тут уже еще несет. Короче, вот смотри. Раз. Вытирай. Все. Саш, тряпка, у нас же у тебя тряпка грязная. Я сначала тряпкой вытру грязь, а потом он протрет салфеткой поверхность. Вот, учишь надо... людей, учишь, да? Тут надо въебывать. Никакого толку. Военный. Вода военная. Красивый, здоровенный. Саня, а ты знаешь, какое расстояние должно быть вот между тряпочкой и поверхностью, когда ты трешь? Какое? Плотно. 3-3-3-3-3-3-3. И 3 до бесконечности. С утра и до обеда. Это и так понятно. Ну так что-то. Здесь тоже. О, блин, жучара. Жук солидный. Ремонт с сохранением рекламы, да? Да, ремонт с сохранением рекламы. То есть максимально старайтесь, даже, наверное, еще сделаем маленький запас. Окрасить будем в букву. Выклеимся и ножичком подрежем буквы и покрасим просто вокруг буквы аккуратно и все. Сейчас мы будем обрабатывать места, где уже ржавчина стала рыхлой, уже углубились достаточно большие поры. Будем обрабатывать преобразовательным прессом. Он существует в двух вариантах. Можно наносить кисточкой, можно. Но мы взяли более удобный вариант в аэрозольном исполнении. То есть мы нанесем, он отработает. Он должен отработать не менее 3 часов. Тоненько наносим, нам толщина не надо. И будем ждать, надеяться и верить. После того, как он отработает и станет синим, мы будем готовить здесь, размотовывать более мелким номером абразива. Ну, пол первого. Мы его подмотуем, потому что в любом случае нам потребуется шпатлевание здесь. И... нам необходимо будет подмотовать. То есть через 3 часа можно мотовать? Через 3 часа мы начнем его мотовать, после этого будем шпаклевать. Мы размотовали все проблемные части, там, где необходимо было, зашпаклевали, вытерли шпаклевку. Дальше у нас будет грунтование, покрытие антигравийным покрытием и окраска. Вот эти места, которые у нас по центру кузова, мы будем красить пятнами и разбивать растворителем для переходов. В аэрозольном исполнении максимально сгладить цвет, чтобы не было видно у нас нашего ремонта. Я думаю, сегодня БУС пройдет наш техосмотр. В данный момент Саша вот, заканчивает перетирать место, которое мы шпаклевали. Чем ты трешь, Саша? Давай покажем. Саша трет машинкой Рупис. Он делает грубую работу, поэтому использует машинку шагом эксцентрика 5 мм, чтобы ускориться. 80-й наждачкой. 80-й наждачкой. Потом мы перебьем риск от 80-й наждачки под грунт.
закончим 240-й и загрунтуем. В данный момент Саша машинкой разгоняет границы, потому что сначала мы работали ротационной машинкой, и границы достаточно жесткие, плюс очень крупная риска от ротационной машинки получается. Теперь он делает границы более плавными. Хочу показать вам вот такой вот фибровый круг, который используется, производит его наша любимая Индаза. Очень хорошо использовать его при удалении рыхлой ржавчины. За счет своей структуры он очень хорошо выбирает ржавчину именно с пор. Обычной машинкой, обычными запасными кружками или же это сделать невозможно. Он как бы своей структурой залазит в порки и достает оттуда ржавчину. Сейчас мы грунтуем нашу красоту грунтом Матип Праймер, то есть первичный грунт. После того, как мы загрунтуем праймером, мы все это дело обработаем антигравийным покрытием гравитексом, чтобы скрыть максимально матеры вскрытия, места такие, что бьются. Теперь мы наш праймер покрываем наполнителем грунтом, чтобы максимально выровнять поверхность, она сглаживается, можно сними поближе, покажи качество нанесения, получается, и при этом и можно, и это всего лишь грунт-наполнитель в аэрозоле, то есть имеет достаточно хорошие наполняющие свойства, где-то мелкие ремонты делать, довольно качественно можно производить ремонт, достаточно хорошую толщину покрытия дает, порядка 80 микрон можно сделать, ничего монтовать не буду, его можно, он работает в системе мокрым по мокрому, его можно окрашивать в течение 4 часов после нанесения. Без матовки. Без матовки, ничего с ним не делая. Но сейчас мы сделаем еще одно важное дело. Мы все это дело низы до молдингов. Мы сейчас грависека сделаем. Делаем грависека. Закроем их гравитек. А теперь мы его покрасим матипом. Готовая акриловая автоэмаль, да? Компакт-система, да. Готовая акриловая автоэмаль, 400-ка. Вот мы наконец покрасили своего буса. Саша там наводит последние штришки перед техосмотром. Сейчас мы для закрепления результата коротенько так схематично нарисуем, напишем, чтобы вы всегда могли открыть и посмотреть на схемке наши шаги. Что мы делали первым? Мы делали очистку поверхности с помощью обезжиривателя. Это обязательно. То есть мы первое — это обезжиривание. Второе — мы произвели дефектовку. Мы нашли все проблемы, которые нам необходимо устранить. Третье. Мы начали механическим способом устранять проблемы. У нас были проблемы, то есть в виде, основная наша проблема — это была ржавчина, то есть очаги жесткой коррозии. То есть начали устранять проблемы. Проблемы мы устраняли — устранение коррозии. Мы использовали фибровый круг. Кроме этого, мы использовали ротационную машинку Rupus. Мы использовали преобразователь ржавчины Resta в аэрозольном исполнении. Должен отработать, то есть реакция должна пройти 3 часа, он должен отработать. Мы должны все это дело зашпаклевать. Это у нас будет шпаклевание 5-й этап. После того, как мы зашпаклевали, обработали шпаклевку, нам необходимо обработать место нашего ремонта под грунтование. Как мы это делаем? Вот у нас есть некий элемент, который мы ремонтируем. Вот у нас есть очаг коррозии.
мы обработали его при образовательном ржавчине. Далее, потом мы его зашпаклевали, то есть объем ремонта растет. Дальше нам необходимо все это дело загрунтовать. Необходимо знать очень важную вещь, правило 100. То есть если мы работаем абразивом П80, мы ни в коем случае не можем ту же шпаклевку, после того, как мы обрабатывали 80-м номером, мы не можем начать обрабатывать после 80-ки абразивом П240. Мы не прыгаем через 100, мы работаем 80, 150, 240. Вот мы решили показать вам, чем был сделан наш автобус. То есть в основном аэрозольный материал, единственный профессиональный материал, это у нас был наш обезжириватель Вальспар Industrial Mix AD690. Но вы можете использовать какой-либо другой обезжириватель. Обезжириватель есть в аэрозольном исполнении, а так, в общем-то, кроме Вальспара и абразивных материалов Индаза, все остальное у нас аэрозольные продукты Хамелеон, Матип и Дупликолор. И я.